девочки, а вам не кажется, что пора открыть уже нашу куколку Лоу? Да-да-да, очень хочется посмотреть на новиночку. Ну что, тогда давайте ее распакуем и бросим в бассейн. И увидим, что же за куколка Лоу будет теперь жить в нашем Лоутауне. Девочки, а вам не кажется, что так нечестно, что мы троем откроем новую куколку? Мне кажется, нужно позвать всех остальных. Супер, Биби, ну может мы сначала ее в бассейн бросим, посмотрим, кто там, а потом всех позовем встречать новую куколку. Тачдаун, ну мне кажется, так будет нечестно по отношению к остальным куколкам. Все должны видеть, кто к нам приехал. Эх, ну так-то да. Пойдемте быстренько всех позовем. Ага, быстренько, пока весь город оббежишь. Ай, ну что поделать, так будет по-честному. Харли, есть! Новая куколка Лоу, представляешь? Ух ты! Какая она странная и необычная. Новая куколка, говоришь? Мы должны ее достать любыми способами. Там много куколок Лоу, мы сможем со всеми справиться. Ну, смотри, у тебя бинокль, я ничего не вижу. Харли, по-моему, нам несказанно повезло. Они оставили новинку Лолу бассейна, а сами куда-то разбежались. Так это же наш шанс, бежим скорее. Антипак, давай быстрее. И что это? Где здесь куколка? Ты ничего не перепутала? Здесь камень какой-то. Нарисована куколка. Написано Лол Сюрпрайз. Как нам добыть оттуда куколку? У меня же есть Вита. Антипак, ты пока распаковывай, я сейчас. Ой, как же пахнет. Это просто волшебный запах. Куколка, вылезай давай, вылезай. Это и правда булыжник какой-то. Харли, ну ты где? Как нам добыть эту куколку? А Лол, наверное, знают. Ничего, антипак, не волнуйся, сейчас и мы узнаем, что же там внутри. Моя Бита меня никогда еще не подводила. Ну что, куколка, сама вылезешь или помочь? Молчишь? Ну-ка, вылезай по-хорошему. Не хочет. Ну что, давай. Фу, я устала. Давай ты теперь. Что это такое? А? Окаменелая куколка какая-то. Может, они ее в музей привезли? А? Как окаменелась древнюю? Я не знаю. Ни одной трещинки от моей большой Биты. Такого не может быть. Ничего, Харли, не расстраивайся, я сейчас своей палкой попробую. Ну? Ага, ты так долго будешь скрипти своей палкой, уже куколки Лол все прибегут. Эх, Харли, ну если у тебя есть идея получше, то давай. Антибаг, да нету, скреби давай, может и успеем, да скрипти, да куколки. Ух, какая прочная. Давай вместе, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. 98, 99, 100. Все. Не знаю, как ты, Харли, но я больше не могу. Я тоже. Что же это за кукла такая недобываемая? Куколки Лол идут, прячемся. Надо добраться до бассейна. Так хочется посмотреть на новую куколку. Да-да, девочки, поторопитесь уже. Что здесь делаете? Злюки злодейные, а? Супер Биби! Тачдаун, вижу. Харли и Антибаг. Они хотели достать нашу куколку. Раз, два, три, я Супер Биби. Сейчас я вам достану. Ух, злодейские. Ой, отстаньте. Ничего мы с вашей куколкой не сделали. Устали только. Что это такое, а? Расскажите нам так интересно. Мы ее и стучали, и долбили, и не знаю, что только с ней не делали, но никак она не достается. Да, даже трещинки не появилось. Что это такое? Это камень, что ли? Окаменелость, вот, музейная. Что это за куколка? Вы нас обманули, да? Специально, чтобы мы тут все устали, а вы нас потом поймали. Хитрые какие куклы. Ну что, все силы истратили, а куколку так и не увидели? Эх, злодеи. Вы бы лучше в школу шли учиться. Читать, что ли, не умеете совсем, да? А если бы умели, то на упаковке бы прочитали, что это бомбочка для ванны, внутри сюрпризом с куколкой Лол. Поэтому мы сейчас бросим ее в бассейн, она сама и растворится. Сидят тут, колотят. Ну, злодейки.
слышала? Бас-бомб. Здесь написано бас-бомб. Что это такое, Антибак? Ты что, читать не умеешь? Харли, ну я это... Мне некогда учиться читать. Я злодейские делишки придумываю. Бас-бомб. Ха, значит, это значит бомбочка для ванны. Нужно запомнить, если еще раз попадется такая окаменелая куколка. Ну что, девочки, подходите к бассейну. Эти злодейки не опасны. Они так устали, что даже встать не могут. Давайте будем открывать нашу куколку. А можно мы посмотрим, пожалуйста? На ту куклу, с которой мы 2 часа тут возились, Харли. Ну, можно мы только посмотрим? Мы, честно, ничего плохого не сделаем. Наверное. Смотрите, смотрите. И облизывайтесь. Я-то здесь, я вам не дам свои делишки творить. Ну что, куколки, на 1, 2, 3 кидаем нашу бомбочку в бассейн. 1, 2, 3 Девочки, девочки, ну давайте уже. 1, 2, 3 Кто же там? Ну кто же там? Ой, пока никого не видно. Очень интересно. Ну подвиньтесь же вы, подвиньтесь. Дайте мне посмотреть, кого мы упустили. Ну, встали тут стеной, не пройти. Антибак, иди сюда, здесь тоже видно. Только никого не видно. О, ух ты, здорово! Как мы сами не догадались, а? Что нужно всего-навсего бросить в воду, и вот, вот он, сюрприз! Эй, Харли, а может нам, правда, в школу походить? Хотя бы читать научиться? Очень полезное дело, оказывается. Смотрите, смотрите, там что-то всплыло! Ой, так это же малышка-русалка Прэшес! У нашей Прэшес будет двойняшка! А это какое-то кольцо. Да это же волшебное кольцо куколок Лол. Это наша реликвия. Как же здорово. Лил Прэшес, большое тебе спасибо за то, что сохранила нашу реликвию кукол Лол. Наше волшебное кольцо. А мы все голову ломали. Где же оно? А вот оно. Было в капсуле с Прэшес, в бомбочке для ванны. А мы ее растворили и... Кольцо обратно получили. Лил Прэшес, кстати, а у нас уже есть твоя похожая сестренка. Будете с ней двойняшками. Ух ты, сестренка. Здорово, всегда хотела себе сестренку. Спасибо, что меня освободили. Ух, устала я хранить это кольцо. Все время хотелось гулять, петь и танцевать. А в нем ничегошеньки не поделаешь. Сидишь и сидишь. Ай, свобода теперь. Ой, а что это у вас тут? Молотки всякие да палки. Вы что, меня расколотить хотели, что ли? Вы что, читать не умеете? Там же написано, бомбочка для ванны растворяется в воде. Лил Прэшес, это не мы. Злодейки в нашем городе есть. Антибак и Харли. Добыть тебя хотели, да не сумели. Потому что читать совсем не умели. Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дренок и Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! Ух, противные! Никогда-то у нас ничего не получается. Харли, пойдем, может читать хоть научимся. Тогда и обхитрим этих умных-приумных куколок. Ух! Девочки, от бассейна стало так приятно пахнуть клубникой. Ну что, может все купаться? Да-да, девчонки, все купаться! Ух ты, смотрите, вода стала розовая. Ай, такая ароматная. Это просто здорово.